Всем привет, народ! Сегодня я вам буду рассказывать, что такое жесткая перезагрузка, hard reset, или еще называют в простонародье экстренная перезагрузка. Для чего она нужна и как ее использовать. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Как вы поняли, я расшифровал вам, что это значит, где это используется и зачем это нужно. Допустим, вы накатили новую iOS релиз, или это бета-версия, не имеет значения. У вас начинает быстро садиться телефон, греется батарея. Это вам функция прекрасно поможет. Жесткая перезагрузка такое лечит. Следующий момент. Вы используете ваш iPhone или iPad, неважно, завис просто на экране, там, на какое-то действие и вообще никак не реагирует, не включается, не выключается. Жесткая перезагрузка точно так же спасает эту ситуацию. Еще бывает такое, что у вас может быть так, что вы в разделе памяти, раздел другое занимает почти все пространство. Жесткая перезагрузка точно так же это лечит. Так как же все-таки сделать жесткую перезагрузку на примере разных iPhone? Вот вы сейчас видите всю перечень, начиная от iPhone 5 и до аж 6 версий, включая SE. Вам нужно зажать кнопку включения-выключения и одновременно кнопку Home. Это нижний Touch ID, либо просто кружочек ваш. Одновременно зажимаете и ждете до тех пор, пока телефон не перезагрузится, не выключится, не включится экран и появится яблоко. Отпускаете это, есть уже жесткая перезагрузка. Касаемо iPhone 7 и 7 Plus, мы зажимаем кнопку Power и одновременно кнопку уменьшения громкости. И держим до тех пор, пока также не перезагрузится iPhone и не появится логотип Apple. И отпускаем кнопки. Что у нас касаемо от iPhone 8 и по iPhone 12, все линейки, включая iPhone SE 2020 поколения, вот перечень, в принципе, вам видна данных устройств. Это делается по-другому, вам нужно быстро нажать кнопку увеличения громкости, отпустить, быстро нажать кнопку минус громкости и жмете кнопку питания. До тех пор, пока точно так же не появится логотип Apple, перезагрузка, и тогда отпускаете кнопочку, и вы сделали жесткую перезагрузку. То есть ничего сложного нет, просто да, для разных линеек это делается по-разному, но это лечится. Хочу вас предупредить, если вы все-таки не излечили вашу проблему, касаемо там, допустим, переустановки iOS, все так же, когда вы накатили какую-то новую iOS, все так же осталось, вы можете просто обратно переустановить iOS, и это должна функция излечиться, то есть там нагрев должен пропасть. Он обычно один из двух, либо жесткой перезагрузкой лечится, либо обратно переустановкой iOS. Переустановка iOS что вообще дает? Я в целом даже рекомендую некоторым из вас делать. Это чистит кэш, у вас больше прибавится памяти, устройство также не будет греться, и одни плюсы в принципе. Решать вам, как вы будете это все делать. Вот в принципе все. Я вам суть донес, что это такое, как это делается на разных устройствах. Поэтому, если вам понравилось видео, поддержите пальцем вверх, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Скоро увидимся!